Check the mic and make sure it sound right, boys. К сожалению, не успел я вам снять, как проходить пограничный, паспортный контроль. Слишком много пунктов сейчас досмотра. Первое, это когда вы в Аэроэкспресс выходите и проходите досмотр. Потом проходите, когда попадаете в зону паспортного контроля. И потом уже, когда паспортный контроль прошли, еще один досмотр проходите. То есть три досмотра, когда вам надо полностью все вещи снять, все положить в контейнеры. Поэтому все металлические вещи, все, что у вас там может звенеть, телефоны, все сразу же подготавливайте, складывайте воду с собой на борт, нельзя брать, поэтому ее нужно будет выпить или выбросить, не пустят. Ну а процедура вся то же самое, то есть вы приехали в аэропорт, подошли к информационному табло, нашли ваш рейс и идете к кассам, где вы будете получать билеты. Подходите, сдаете багаж. Багаж можно упаковать пленкой, пленку можно с собой взять, можно здесь сделать, это в районе $10 стоит, как правило. Вы получаете посадочные билеты, потом проходите досмотр, у вас паспортный контроль, и потом попадаете в зону duty free, зону беспошлинной торговли. Здесь вы можете купить какие-то сувениры, спиртные напитки, парфюмерию и так далее. Я вам сейчас поснимаю, немножко покажу, что здесь есть. Вот билет, здесь у меня место 32К. Подумал, ты пошел туда. Гейтс, где у нас посадка происходит, 51. Вот ищем 51-е врата, и там у нас будет посадка на самолет. Цены в Duty Free примерно везде одинаковые, плюс-минус на какие-то позиции могут проскакивать, поэтому можете особо не бегать, не искать, ничего не найдете такого, чтобы отличалось от первого Duty Free, в который вы попадете. Many minutes later.
It sound right, boy.